нашем мире существует много клубов. Клуб настоящих джентльменов, клуб любителей котиков, клуб Ранма. Возможно, есть и закрытый клуб Лиги Ужасов. Благородные сэры, прекрасные леди, добро пожаловать на первую встречу закрытого клуба Лиги Ужасов. Да у нас тут корпоратив. Или дагестанская свадьба. Есть невеста, все при оружии. А кто животинку привел? Да черт меня дернул сказать. Хочешь, поиграем в одну игру? Теперь отвязаться не могу. Алексик, апорт. Скучновато. Что будем делать? Вечеринка у озера? Отличная идея. Не люблю воду. А может, убийство? Убийство! 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 Хорошо. Все для удобства дорогих гостей. Убийство так убийство. Господа, произошло убийство. Убийца среди нас. Ой, как интересно. А кто же это может быть? Давайте разделимся и поищем. Обязательно надо обыскать мрачный подвал, потухшую котельную, кладовку со скрипучей дверью и прогуляться по краю обрыва в скользких ботинках. Ну вот я ему и говорю, что пора перестать быть просто куклой в чьих-то руках. Надо как-то преодолеть себя, вырасти в конце концов. Ты такой хороший слушатель. Внимательный, не перебиваешь. Ну так вот, а ты его этот детский комбинезон видел? Ну кто так ходит в наше время? Да-да, а еще это его не фарфоровое, не развалишься. Представляешь, может я реально фарфоровая. Мы с ним совершенно разные. Ты меня слушаешь? Эй, ты уснул? Ой, произошло еще одно убийство. Как же я не заметила? А еще говорят, что блондинки в фильмах ужасов умирают первыми. Надо пойти всем рассказать. Зачем мы приперлись в эту заброшенную котельную? Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? Этот туда же. Уж лучше тревожные скрипки, чем рурэп. Ты слышал? Может, мы в ловушке? Сквозняк, наверное. Тут точно что-то не так. Ерунда. Все, я пошел отсюда. Подожди. Ой, блин, как неловко-то. Брат, братюня, я сейчас. Медслужба, слушаю. Тут человеку плохо. Приезжайте скорее. Что с ним? У него 4 случайных голодохранения. Документы при себе? Нет. Без полиса не принимаем. Нет! Забытых и истин.
телек, или они мой гроб постирали. Самара, наконец-то мы остались одни. Бренной жизни краткий миг превратится в бесконечность, и мир падет в ног твоих, и любовь продлится вечность. Так прости же с мирской суетой, и взамен обретешь и смерть, и шесть своей тени со мной. Над правостью, над нет! Мертвая кровь! Так и запишем. Отравился бабой. Эй, может, в Макдональдс сходим? Ага, лучше в квестру. Мальчик, тебе сколько лет? А ты точно клоун? Она моя! Нет, я с ней поиграю. Хочешь поиграть в игру? Погоди, я знаю все ее страхи. Она боится. Она боится. Боится чего? Дай-ка. Что? Нет, нет, только не это. Но судя по отзывам критиков, тем не помнит куда смешнее происходящее. Повтори эту шутку еще раз 20. Логические цепочки у сценариста порушены, к черту. Чертяки, заслужили. Всего плохого. Раз, два, Фредди заберет тебя. 3, 4, забирайте дверь в квартире. Блин, вот привязалось. Никто не знает, как приставучую мелодию из головы выбить. Радикально. Нас осталось только двое, а мы так и не разгадали эту загадку. Действительно. Кто же убийца? Убийца? Дворецкий! Это вам не детектив Донцовый. Думаете? Но если, как бы парадоксально это ни звучало, убийца не ты и не я, то может это... Джордж Мартин? Сори, что-то меня срубило. Я долго спал? Ну так. 8 человек слегло, пока вы спали. 8? Нехорошо. Кажется, я догадываюсь, кто убийца. А, точно. А что? Хороший сон приснился. Это же сагу можно написать. И сериал новый отгрохать. И тысячник сделать.